В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год в частях и подразделениях сухопутных войск были проведены тактические учения с боевой стрельбой. Задействованные в учениях мотострелковые, артиллерийские и бронетанковые подразделения во взаимодействии уничтожили обнаруженные в соответствии со сценарием цели условного противника. Основной целью проведения учений является развитие управленческих навыков командиров и практических умений личного состава, а также совершенствование взаимодействия между подразделениями. Подразделения успешно выполнили все поставленные на учениях задачи.